Шоу для Сочи новое, но фирменный стиль Гии Эрадзе прослеживается в каждом номере. На манеже – феерия. И начинается она с аттракциона «Журавли». Это обновленная версия воздушного полета, который в советское время называли «воздушным полетом Головко» народного артиста СССР. Легендарному номеру уже более 30 лет. Я специально к Сочи пригласил новый номер, который выпустила государственная компания «Росгосцирк». И я его не мог не пригласить, потому что это очень редкий номер сегодня, к сожалению, в цирке, к сожалению, потому что таких номеров уже не осталось. Я не мог на этот раз не привести что-то новое, но по габаритам, я, мне кажется, зашкаливает на этот раз. Шоу «Баронеты» «Свита короля» снова в полном составе. На манеж выйдут 120 артистов. Я вспоминаю те старые добрые времена, когда вот так же были переполнены манежи артистами. Потому что цирк, я еще раз повторюсь, он должен быть в масштабе, иначе это местечковое искусство. Пока я есть, я буду всегда привозить в Сочи качественные, большие, профессиональные коллективы. Артисты шоу «Баронеты» разыграют и цыганскую свадьбу с медведями, и детскую сказку с Пьеро и Мальвиной. Здесь воздушные гимнасты будут работать без страховки. А обладательница титула «Принцесса цирка» продемонстрирует сложнейшую дрессуру с суматранскими тиграми. На манеже вы увидите 11 тигров, которые будут выполнять различные трюки. Трюки, которые мы работали в советском цирке, да, есть трюки, которые мы переняли, есть трюки, которые не выполняет на данный момент никто в мире. И еще один сюрприз для сочинского зрителя – это номер «Золотые рыбки». Срежиссировал его Гия Эрадзе специально для летних гастролей в южной столице. К слову, на этот раз заслуженный артист России и Грузии в Сочи приехал в новой роли. Теперь, ко всему прочему, Гия Эрадзе – художественный руководитель и главный режиссер Росгосцирка. Планов у нового худрука много, и все они в фирменном стиле Гии Эрадзе, то есть масштабные. В том числе Гия Эрадзе предложил присвоить сочинскому цирку имя народного артиста СССР Мстислава Запашного. Премьера шоу «Баронеты» состоится уже в эту субботу. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.